Всем привет, с вами Дар Риди, мы играем в Watch 1 Z1, и сегодня я покажу вам, как очищать воду. Так, ну, чтобы ее очистить, для начала нам нужно ее добыть как-нибудь. Так, вот, значит, empty bottle — это пустая бутылка. Ее можно набрать либо в озере, либо вот в таких контейнерах. Для этого мы нажимаем кнопку E, суем туда нашу бутылку. И ждем пока, то есть вода наполнится. Через какое-то время, то есть она становится грязной. Так, ну тут пока она не стала грязной. В общем, когда у вас есть вода, уже грязная, значит плохо, но она, ну прям видно будет, что она посереет, станет серой. Тогда, когда она станет серой, мы подходим к костру. Также подходим, нажимаем E и нашу грязную воду бросаем в этот костер. Ну и в принципе ждем секунд, не знаю, 15. То есть через секунд 15 мы подходим, ну 15-20 может быть, и вода уже становится очищенной. Ну так как у меня нету грязной воды, поэтому этот эффект не сработает. Вот, ну, в принципе, вот, она не всегда наполняется, то есть через какое-то время, может, ну, неизвестно, сколько пройдет, может быть, быстро, может быть, нет. Ну, то есть, когда у вас есть грязная вода, вы ее раздобыли, вы подходите к костру, жмете Е, съете туда нашу бутыль и просто ждете. Будет эффектно. Кстати, это так, для прикола. Если патрон туда положить, он, интересно, взорвется, нет? Нет, патрона ничего не сделалось. В общем, ладно, с вами был Дар Риди, подписывайтесь на мой канал. Все, всем удачи, всем пока.